Привет, ребята. Вы на канале Duda Play. И мы начинаем играть в игру. История про бабушку. Так, значит, получается, путник. Забрел где-то в лесу, бегал, ходил. Видимо, машина сломалась у путника, точно. Опа, там бабка. Какой-то дом. Так, он сейчас повернется к бабке. И бабка его щелкнет. А ну-ка. Опа. Что там такое? О! Тыщ по башке. Ну, вот так вот история такая вот. И получается, после удара бабкины, бабка ударила, и мы проснулись. Ё-моё, как темно. Это мы тут должны с фонариком постоянно ходить. Так, можно прятаться под кровать. Ладно, пошлите быстрее тогда. Вон бабка идет, смотри уже. Уже идет бабка. Ой, блин, зачем я сюда зашел? А, бабка меня увидела. Так, присядем. А, я же присел, я думал, меня бабка не увидит. Нифига, бабка какая зрячая. Бабушка. День второй. Эх. Ё-моё. Так, получается... мне нужно обследовать комнату. Написано здесь. Leave his house. Вали из дома, написано. Где бабка? Опа! Вон бабка идет, смотри. А, блин, она на меня идет. Так, прячемся, давай сюда зайдем. Забежим, посмотрим, что здесь. Так. Опа! Отлично, приседаем. Ой-ой-ой-ой. Так, все, мы спрятались, да, вроде бы как? Вон бабка. Бабуля. Грэтма. Бабушка. Так, все, она ушла. Так, а это что такое за решетка? Опачки. Упали. Так, здесь можно опять-таки прятаться. Давайте посмотрим. Ох ты. Все в крови нафиг. Так, это... И нифига у нее какая классная ванная. Ой, там бабка, мне кажется. Блин. А, нет, вонючий случай. Как она меня ударила через... через дверь. Да. Третий день. Ох, ребятушки. Да, бабка мне. Уже два раза щелкнула. Даже три раза. Три раза она меня ударила. Ёлки-палки. Ладно, идем. Она что, получается, всегда... Она всегда выходит отсюда, получается, да? Ох ты, ё-моё, электрическое. Электричество сработало. Я аж испугался. Так, бабулька. Иди там пирожки готовь. Вот смотри, она за мной постоянно ходит. Вот делать ей нечего. Иди займись чем-нибудь. Ух ты. Какая ты быстрая. Только-только я успел взять какой-то ключ, и она меня отщелкала. Да, четвертый день. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас получается еще один день есть. Два дня даже есть. Если этот день считать, то два дня. Фига она меня отщелкала. Это что за картина? Так, оно тут все падает. Ну, какой-то не особый шум был от картины. Ага, бабка опять идет. А, сюда лучше не ходить, там просто... Там ничего особого нету. О, давайте спрячемся. Так. Да ё-моё! Смотри, как бабка умеет делать. О, а чё это? Последний день, пятый. Это чё, под кроватью получается нам не спрятаться? Вообще никак не вариант? Не вариант прятаться нам под кроватями.
Это очень-очень печально. Это очень печально. Давайте посмотрим. Будет она здесь идти или нет? Ох ты, картины падают. Мне интересно, она... Да, она всегда из подвала выходит. Слушай. Она закрыла дверь! Она дверь закрыла! Офигеть! Идет сюда! Ах ты, ё-моё! Ё-моё, разбился! Как печально. Как страшно, как страшно. Что же будет сейчас? Так, что это такое? Где я? В подвале? В гараже? Бабка? А, на машине сидит? Что она будет делать? Блин, а чё ты? Убегай! Убегай! Я не могу убежать! Да, всё. Игра закончена. Ну, как-то так, ребят, поиграли. А, даже ничего не успели сделать. Ну, как бы так. Такая вот игрушка. Это был первый взгляд. А, так вот. Давайте еще раз попробуем. Если мы поставим в практика. Практика. Практика — это обозначает, что мы можем хотя бы дом обследовать. Так, это мы сейчас убираем. Это нам не нужно. Немножко походим, поизучаем дом. Нам нужно поизучать хотя бы. Хоть немножко. Так, это все. Мы проснулись, получается, и здесь лежит фонарик. Да, в первый же день у нас лежит фонарик. Так, берем фонарик. Давайте походим немножечко по дому, посмотрим, что здесь есть. А где я упал? А, вот в этом месте, слушай, да? Где-то здесь... А, нет, хаммер. Мне нужен этот, кувалда. Опа, видишь, как все? Как все страшно. Так, эта фигня не двигается. А если мы это можем уронить? Нет. Так, давай. Катим. Ты что не катишься? Ух ты, нифига, автоматически поставилась. Эта штука. Какое-то волшебство. А, здесь нужен специальный ключ. Я даже знаю, где он находится. Он был в прошлый раз в микроволновке. Сейчас мы зайдем на кухню. Кухня у нас получается здесь справа сразу. В микроволновке сейчас посмотрим. Да, вот он ключ. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы его попробуем вставить туда. И откроем дверь. Вот. Потаённая дверь. Интересно, а здесь что у нас такое? А, таракан! Ах, да, точно, ребята. В этом потаённой двери находится таракан, который нас убил.